Матур обыграл Монпелье в последнем туре Лиги Чемпионов. Матур нанес второе поражение Монпелье на групповом этапе Лиги Чемпионов. Матур в последнем матче группового этапа Лиги Чемпионов обыграл лидера группы Монпелье 31-30. Самым результативным в составе хозяев стал белорусский плеймейкер Борис Пуховский, который выполнил 13 бросков и записал на свой счет 8 голов. Именно Пуховский забросил решающий мяч за секунду до финальной сирены. Турнирное положение. Монпелье 16-10, Мотор 15-10, Бешикташ 11-10, Спартинг 8-10, Металлург 5-10, Чеховские Медведи 5-10. Таким образом, Мотор вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, где сыграет с вице-чемпионом Данией Скиерном. В плей-офф за выход в 1-8 финала команды сыграют 2 матча. Первый из них состоится в промежуток с 12 по 25 февраля в Украине, а второй – с 28 февраля по 4 марта в Дании. По материалам сайта news.com.